А, тут просто паштет, а это нежный. Значит, это будет вкуснее, да? Ну, вроде бы. Ну что, ждем обеда. Так, ну что? Всем здравствуйте. У нас подкрался тут незаметно обед. И мы тут решили обед уже открывать. Так, галеты вот сюда в тарелочку. Так, галеты тут вроде такие же, да? Нет, это какие-то другие. Здесь у нас идут из пшеничной муки первого сорта. Вот их надо было на утро. А те, наверное, как черные идут. Хлеб, потому что их... Да они одинаковые по вкусу. Ну, не знаю. Так, смотри, где тут открывашка? Сейчас крошить будет она аккуратнее. Вот. И нифига. Ну ты что, проголодался так быстро, что ли, с завтрака? Как быстро? 4 часа прошло. Ну, это мало, 4 часа. Да нет, нормально. Ну, для этого там наложение на ужин много, чтобы еще по 4 часа разделить. На концентрат, день. Сахар, так, все. Так, у нас, получается, на обед гуляш говяжий с томатным соусом, думаю, вкусно будет. Зажигай коптилку. Рагу из овощей. Рагу ты будешь греть или холодную будешь есть? Рагу, наверное, сюда добавлю, не знаю. Ну, там я считаю, как салат. Томатный соус. Рагу отдельно, наверное, кушают. Ой, овощи вижу. Мясо вижу. Мясо вижу. А что пустота зачем? Запечатали пустоту. Это, наверное, для рагу туда рагу ложить. Вот так, разогреваем. Стоит. Рагу открывай. Что там? Рагу. Рагушечка. Ой, пахнет, как в этой школьной столовой. Так, сейчас прочитаю состав. Что тут у нас идет? Говядина, томатная паста, лук, мука, пшеничная, соль, сахар. Ну, это как соус такой. Ну да, соус. Вот. Соль, сахар, перец черный, перец смотри, красный, шо. Лавровый лист. Много масла. Ну, это как я закрываю вот кабачки. Так вот это вот такое рагу. Понюхаю, чем пахнет. О! Как домашняя консерва. Вот кабачки. Там ничего самого вредного нет. Ну и как дома я закрываю такие же. Ну да. Ты же ешь дома такие. Бенсика-ножич. Поставь ее на этот, на дощечку. На дощечку рядом с горелкой и поковыряй тогда. И лучше нормальной ложкой, наверное, а то сейчас проткнешь там все. Принеси-ка ножичек. Зачем? Чтобы порезать как-то. Порезать мясо? Чего резать? Оно кусочками должно быть. Ну, кусочки большие хоть. Оно все слиплось, да? Ну да. 2 года лежало. 2 года. Тебя ждало. Все, думаю, можно ставить. Ну да, ставь. Не пригорит? Не должно. У нас полевая кухня. Дрон я поставил. Полевая кухня называется. Что там горит? Ну да. Горит. Квачки прям вкусные. Прям чувствую запах их вкуснятина, как мама и как я делала. А на галеты что мазать? На галеты? Вот это, наверное. Не, а где, чего, ничего сладкого нету? Да нет, ничего. Чай есть. Чай? И давай растворим тогда... вот это вот юпи. Чай заварим. Сейчас я поставлю чайник. Заварить. Ну, он уже все расплавляется. Да? Нагрелось? Мясо, конечно, это есть, да? Много. Дай попробую. Бери, пробуй. На тушенку похоже. Так это и есть чистая тушенка. Говяжья при этом. Мясо хорошее, кусочки так вкусные. Прям реально мясо. Идет такой запах, как будто вот оно уже прям это. Ой, я руками взяла. А, нет, вкусно. Это от коробки, что ли, воняет? А, это от спирта воняет. Да? Тихо булькает.
Там снизу под край чуть-чуть. Булькает, булькает. Но уже подогрелась, да, почти? Подогрелась? А я борщик сварила. Ты не будешь? Только странно мне что-то, да? Вот солдатам первого блюда нету. Теплое. Ну, а рагу можно не греть, оно так вкусное. Вот просто вместе с этим. Так, и галеты. Ну вот сейчас еще чай заварим, да? Покажи, королевский какой. Слон. Чай королевский слон. Ну, где обзор, оставлю ссылочку, где мы открывали этот набор еды. Чай черный, индийский, гранулированный. В смысле? Он не пакетиками. Нет, он пакетик там. Нет, там пакетика. Гранули. Нет, это пакетик. Открой, посмотрим. Что, пакетик? А, он просто гранулами идет. Да. В общем, не листовой, а гранулированный какой-то там вот гранулки. Написано гранулированный. Это, наверное, концентрированный, что ли, не знаю. В общем, мы уже заварили чаек. Только поставили завариваться. Поставили завариваться чай. Хорошо, вот прямо аж он чернит. Прямо он что какой. Сейчас заливаем вот эту жидкость. Концентрат. Фруктовая свежесть. Что тут у нас написано? Сахар белый, сушеные концентраты вишни и яблока. Стабилизатор, пектин, регулятор, лимонная кислота, краситель, натуральный пищевой сок, красной свеклы, сухой ароматизатор, натуральный, вишня, витамин С. Даже с витамином еще. Интересно. Витаминка на завтрак была. На завтрак, да, была витаминка. В общем, я бы питалась бы каждый день, но надоест одно и то же. Потому что вот это вот все одно консервированное. Иногда хочется, вот это тоже все тушенка, это оно как обременяет гуляш, как он гуляш в томатном соусе, он прям, я не скажу, что он там в томатном, потому что он густой какой-то, он как тушенка, блин. Это наверное, что потому что есть? Муки туда добавили, там же мука еще. Ну, мясо куски были большие, он их размял, наверное, большие куски были мяса. И вот тут, ну, овощей почти нету-то их. Где-то морковку я видела. Ну, это вкусно, я скажу, что это вкусно. Вот смесь жира какой-то. Ну, так, это уже же другое, да? Так, ну что? Там на завтрак был другой, да? Юпи. Ну-ка, дай попробуй сначала мне. Повкусней. Повкусней? Это вишня с яблоком. А то было, наверное, смородина. Не, мне кажется, такой же. Да не получится. Так, и там, конечно, паштет еще остался. Там еще перекусы всякие. Но жвачку мы попробовали. Все, фигня. Сахар в чай не забудь положить. А жвачка сахара... только почистить зубы. А сахар нормально на чашку чая? Нормально столько сахара? Сколько тут сахара? 3 ложки. 20 соловых. Грамм. Нет, солок чайных. Две чайных, скорее всего. Да нет. Каждой ложки, наверное, по 10 грамм. Нет? Три, думаешь? Так вот выглядит. Свекловичный. Сахар свекловичный. Из свеклы. Категория ТС-2. Свекловичный. Натуральный даже сахар. Не то что. Попробовать хоть сахар. У нас, наверное, сахар как сахар. Ну, может, у нас не такой продают. У нас поди какой-нибудь. Сахар как сахар. Сахар. Что, в чай? Да. В общем, обедаем. И дальше встретимся еще. Ужин впереди.